Щелковском театре состоялся сольный концерт Александра Югорского, солиста эстрадно-духового оркестра Щелковского театрально-концертного центра. Один из самых известных в нашем городе и далеко за его пределами певец обладает по праву называемым «хрустальным голосом». Именно таким эпитетом наделили вокальные данные Александра Югорского почитатели его таланта и музыкальные мэтры еще во времена творческого становления артиста, когда тот выступал в составе известного на всю страну ансамбля «Песняры». Красивый тембр голоса сыскал тысячи поклонников и во время гастролей по России. Нынешний сольный концерт, прозвучавший под аккомпанемент Щелковского эстрадно-духового оркестра и при участии всего коллектива певцов-солистов Щелковского театрально-концертного центра, безусловно, событие в творческой биографии певца. Тем более, что концерт включал в себя практически весь репертуарный список произведений, исполняемых Александром Югорским. А это и классические произведения, и песни советских, российских и зарубежных композиторов. Прозвучали также музыкальные композиции, которые для певца, прошедшего срочную службу в армии, особо дороги. Александр Югорский известен не только как певец, исполняющий широкий репертуар популярных музыкальных произведений, но и как автор собственных песен, к которым им написаны и мелодии, и слова. Их у него более 500. Одна из наиболее любимых слушателями песен, по смыслу своему очень душевная и личная для автора, называется «Душа девица». Плачено по мне, тишине, долгими ночами, дурными мне. И опять грезы со свечами будут мне светить, говорить только об одном, что мечту нельзя оставлять долго на потом. На сольный концерт пришли коллеги Александра Югорского. Один из них – профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений Московского государственного института культуры и искусства Гия Гагуа. Гениально просто. А с оркестром вообще звучишь. Это вообще такая целостность, такая просто и драматургия, и вообще все. Это гениально, гениально. Авторские песни прекрасно принимают, то есть это, в принципе, наивысшая оценка, похвала, когда зритель именно на концерте, в живом исполнении, вот так реагирует на песни твои, и я считаю, это достойно. На сольный концерт Александра Югорского приехал его сын Иван. Классно было послушать своего папу. Ты гордишься? Горжусь, конечно. На песне про отца, да. Зрители очень тепло встречали каждую песню в исполнении Александра Югорского. В зале царила атмосфера эмоционального подъема, вызванного великолепным музыкальным праздником. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.